Депутат Государственной Думы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина посетила детский сад «Чайка». Подробности в нашем репортаже. Почетных гостей в детском саду «Чайка» встретили хлебом и солью. Депутат Государственной Думы Ирина Роднина вместе с главой города Евгением Смышляевым пообщались с педагогическим коллективом, осмотрели территорию детского сада, оценили качество ее благоустройства, познакомились с работой, проводимой в группах, и творческими талантами детей. Их малыши продемонстрировали в рамках небольшого концерта. Они читали стихи о родине и танцевали вместе со своими воспитателями. У каждого свое творческое начало есть. Во-первых, вот принимают участие сами воспитатели вместе с детьми и танцуют, и готовят эти номера. Это не только детям интересно, но, мне кажется, и самим воспитателям. Для детей идет потрясающее развитие. Сад очень большой, сад в потрясающем состоянии. И сам коллектив воспитателей, и самое главное, директор детского сада, люди очень-очень творческие. Педагогический коллектив свое творчество проявил не только в танцах, но и песнях. Хор воспитателей исполнил несколько произведений о дружбе и о весне. Педагоги «Чайки» воспитывают в малышах доброту, любовь к окружающему миру, а еще подают пример активной гражданской позиции. В дошкольном образовательном учреждении ежегодно проходит более 100 мероприятий и праздников. Инициативность работников детского сада отметила глава города Евгений Смышляев. Детский сад «Чайка» принимает очень активное участие в городских мероприятиях, которые проходят, не только ограничиваясь территорией своего детского сада, и праздники городские, день города, и открытие детских площадок, и вступление в партию – это тоже очень хороший такой пример активной гражданской позиции, которая есть у работников детского сада «Чайка». Стать членами партии «Единая Россия» и активно участвовать в реализации ее программ, по словам заведующей Ирины Кырмы, выразили желание все педагоги дошкольного образовательного учреждения. Ирина Роднина их намерение поддержала, однако отметила, что такое решение должно быть принято с искренним желанием и пониманием задач партии. Я так понимаю, что сейчас они изучают все те документы, материалы, которые связаны с этой процедурой. Нас это, конечно, всегда радует, потому что чем больше людей начинают проникаться теми задачами и программами, с которыми идет партия и на выборы, и выставляет своих людей на различные выборные должности, тем, наверное, легче нам решать многие вопросы. Сейчас в «Чайке» обучаются 437 детей. Благодаря проекту «Ясли детям», реализующемуся в Московской области последние несколько лет, в прошлом году детский сад стал первым дошкольным образовательным учреждением Лобни, в котором открылась ясельная группа и группа кратковременного пребывания. Дина Архипова, Максим Домбровский, Денис Рокин, Михаил Жуков, телекомпания «Лобня».